Да. Чернила. Правда. 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 Да? Да. 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 Рога! Рога! Да! Рога! Я? Дорогая! Дорогая! Передача. 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 Дорогая. Да. Дорогая передача. Насколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт им ошибок трудных. И гений. Парадокс друг Александр Сергеевич Пушкин. Во субботу, чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, умыться, у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Заплел, и канадчик власти будет нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд кто-то тарелками пугают. Дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины, говорят, мы хоть чем поднаторением. Мы тарелки пьем весь год. Мы на них уже собаку. Собаку? Ели. Собаку съели, если повар нам не врет. А медикаменты в груды мы в унитаз. Кто не дурак? Вот это жизнь. И вдруг Бермуды. Ну, черт возьми, нельзя же так! Мы не делали скандала. Нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. А на происки и предни сети есть у нас. И предни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти. Бермудит воду в пруду. Это все придумал этот Херкин. В 18-м году мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС.
Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, привинтили к спинках коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шибаше. Развяжите полотенце и на веры, и суверцы, на бермуды на сердце и бермуды на душе. 40 душ письменно воют. Раскалились, дебила. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все тогда с ума свихнулись. Даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. О! Вон он, змей! В окне маячит. За спиною штепсель прячет. Подал знак. Подал знак, как будто. Значит, фельдшер вырвал провода, и нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца, и пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, папы, что сказали эти кандидаты-доктора? Мы откроем нашим чадам правду. И мне все равно. Мол, удивительное. Но оно запрещено. О! Дантист! Надомник! Рудик! У него приемник Рудик, у него ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам, ну и по 11 раз утком. К нам попал с метелью жутком и с расстроенным желудком, с номерочком на ноге. Он сбежал, звонил крайним, сообщением нас потряс, будто наш научный лагерь в треугольнике увяз, скинул топливо и стратив весь, распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник – незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Ну, механик, только трясся. И чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся. То щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший. Что возьмешь? Больно бьют по нашим душам. Голоса за тысячи миль. Вот зря Америку не душим. Зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Пуют нас бермутью про таинственный квадрат. Лектора из передачи. Вот те, кто так или иначе говорит про неудачи и нервирует народ. Нас берите, обреченных. Треугольник вас, ученых, превратит в умалишенных. Ну а нас
Ой, раз. Наоборот! Пусть безумная идея! Не ругайте сгоряча! Вызывайте нас скорее через града главврача! С уважением, дата, подпись, вызывайте нас! А то, если вы не отзоветесь, мы напишем сбор глоток! Сбор глоток!